Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Stranded: Alien Dawn. Итак, мы с вами в прошлой серии под конец пережили нападение шрайдеров ночное. Последствия у нас для нас были тяжелые. Мы потратили очень много антибиотиков, аптечек, повязок. Плюс сейчас возвращаем, у нас сломали еще один огнемет. И у нас с вами еще нет металлов вдобавок ко всему. У нас с вами началась весна. У нас нет летних шмоток. И надо будет здесь тоже выстраивать линию обороны. Пока с этим проблемы. Сейчас она перенесет. Я не знаю, можно ли этот переносить поломанный. Нет, нельзя перемещать. В принципе, логично, потому что у нас ничего нет. Для ремонта, я так понимаю, требуется 20 железа, да? Или именно уже выплавленного. Это, конечно, много. Ну, вот Эмили, в принципе, готовит. Как она резво скачет, да? Что сейчас произошло? Не успел посмотреть. В принципе, электричество провели. Так, она... Стоп. Квин опять без штанов остался? Да ё-моё, Квин. Иди делай опять штаны. А, у тебя нет ресурсов на штаны. Отлично, просто шикарно. У него нет ресурсов на штаны. Замечательно. Так, что у нас там по бинтикам? 40 у нас требуется, да? Так, все отдыхают. Тут уже пора, в принципе, с посадкой заниматься, но вообще сейчас не до этого. Хотя надо первым делом, потому что если мы не сможем сажать, не успеем, то у нас ничего не вырастет. Так, а у нас что там по ферме? У Кены и... Не, подожди, у нас у Лары стоит и у Эмилин. Ну, по крайней мере, хотя бы у нас эти будут. Кирпичи. О, Кен максимально прокачал крафт до 10. Красавчик. Так, новый ресурс у нас есть. Отлично. Давайте теперь смотреть. У нас пока нет в наличии вообще этой синтетики, да? Синтетического текстиля. Да, мы даже, по-моему, никогда ее не находили. Его можно только делать, но делать опять-таки из лап, да?
А если делать из лап, то это получается надо будет здесь его добавлять в крафт. Сейчас вообще не до этого. Во, пошла сажать Лаара, хорошо. Нам нужно как раз зерно, чтобы сделать антибиотики. Антибиотиков, получается, не хватает у нас с вами пережить нормально зиму. Давайте сделаем, пусть будет 20 всегда. Здесь 20, здесь 20, и здесь 20. Так, продолжает сажать. Теперь уже грибочки. Ну окей, ладно. Тут, кстати, получается, надо это поле убрать. Все, оно, получается, вырастет. И все будет хорошо. Так, ты уже крафтишь цемент. Отлично. Ну вот как раз получается там будет 230, и уже можно заниматься строить фундаментом. Так, пошла спать. Эмилин тоже пошла спать, грибочки не досадили, здесь в принципе тоже не досадили. Здесь тыква, здесь ткань. Ткань, наверное, надо было побольше, хотя, в принципе, у нас ткань еще пока есть, да? Да, 675 это прям много ткани. Так, я не понял, ты пошла спать или что пошла? Так, 9 вечера, а вы спать ложитесь в 10. Так, но если Эмили нечем заняться, пусть тогда Эмили ложится спать. Так, он не закончил крафт цемента. Блин, молодец. Чё забыл за выстрел непонятный? А, ясно. Сами лезут, хорошо. Получим себе мясца. Так, ну все, в принципе, спят, давайте ускоряться. Ну, с этой стороны вроде как они не заходят. Все, минус еще. Замечательно. Мясо будет. Мясо-то хорошо. Так, Кен проснулся. Кен проснулся, не знаю, чем заняться. Кен, иди доделывай цемент тогда. Что там у тебя вообще по статистике? Нормально. Иди крафти цемент. Эмилин проснулась. Пошла сразу готовить. Или есть, непонятно. Это все еще без штанов исследует. Все еще до сих пор исследует. Ну пусть исследует. После этого, конечно, мы пока перестанем все дело изучать. Квин займется крафтом. Потому что нужен крафт. Так, 236. Все, ребята, отлично. Можем начинать стройку фундамента. 5. А, 243. Блин, я думал 230. Ладно. Тогда еще не все.
Так, пошла сажать. Мне надо, чтобы они пошли за металлом уже, в конце концов. Ну и сажать-то получится тоже некому. О, пошла сажать. Кремний. Это тоже сажает. Да, нам бы, конечно, еще одного человечка. Вообще было бы шикарно. Так, все отдыхают. Вот, хватает уже всего, да? Давайте строить. Пять на семь. Замечательно. Тут мне, конечно, бы убрать бы этот кусочек. И деревянная лестница. Так, дерева вроде как хватает, получается, да? Очень много требуется металла. Давай-ка мы тебя вот так вот сделаем. Перенесем. Так, копировать. Я так понимаю, все-таки с рецептом они должны перекопироваться. Так, он тоже занимается транспортировкой. Хорошо. Нет, не скопировался, к сожалению, рецепт. Так, ну тут у нас, получается, нужна сотка. Жалко, рецепт не копируется. Хотя уже сотка как бы этого мало. Надо 200. Ой-ой-ой. 200, 200, 200. Все, отлично. Слушай, Кен, давай-ка ты не будешь крафтить пока. Займись вот этим все делом. У тебя получается лучше там добывать металл побольше, поэтому давай пока этим займись лучше. Так, Квин пока изучает у нас, да? У него, в принципе, осталось еще 3 исследования, не считая вот этого. Блин, она ее опять не... Вот не досаживает и все, а? Ты посмотри на это.
Она все глубже и глубже в воду уходит. Так, производство пола. Пошла опять-таки за цементом, да? Так, у Кена как там получается с этим сальважем? Ну, у него 4, кстати. Семьдесят один металл. Неплохо. Неплохо. Но нужно еще. Да, в следующий раз, наверное, все-таки я... Так, ну и надо будет, кстати, здесь сейчас поставить. Можно, конечно, здесь вот так вот сократить. Но не факт, что они нам не вернет все дерево, которое у меня тут есть. Они вроде как после разборки не 100% возвращают ресурсы с постройки. Девять дерева не хватает. Ну, давайте какое-нибудь одно тут дерево назначим на сруб. Как раз тридцатка. Так, еще 79 металлом. Пока только один металл идет. Thank you.
Ну смотри, уже получается пошли плавить железо, это хорошо. Нифига ты стреляешь. Вот он опять пошел изучать. Продолжает этим заниматься делом. Хватает, да? Отлично. В принципе, наверное, здесь можно поставить все-таки постоянно. Пока есть ресурс, будут крафтить. Его, в принципе, осталось тут уже не так-то и много. Хотя нет, многовато, в принципе, осталось. Сколько там у нас? 90. Кен пошел крафтить. Нет, Кен, блин, не то. Давай занимайся пока здесь вот этим делом все-таки. Давай я тебе даже вот так вот сделаю сейчас. Кен. Крафт на двойку. Квин. Крафт на единичку. Изучение на двойку. Так, у Лары скоро будет срыв. Так, Лара, срыв нам с тобой не нужен. Иди поешь что-нибудь. Так, кстати, что там по любимой еде? Вегетарианская пицца. Но у нас ее пока нет. У нас есть суп вегетарианский. Но поешь то, что есть. С Эмилин прям хорошие отношения, ты смотри. Пошла строить пол дальше. Ну, мы, в принципе, уже, считай, фундамент закончили. Вот это, конечно, не очень, да? Лестница, получается, вышла корявая. Из-за неровностей всех этих. А, кстати, могу я назначить еще одну лестницу, допустим? А, могу еще вот так вот сделать. Ха. А что, ну так, в принципе, красивее будет, просто будет смотреться. Может быть, даже поставить вот так вот. Ну, пусть будет так. Красивше, так сказать. Так, решила пострелять в мишень. Ну, в принципе, уже ночь наступает. Давайте тогда ускоряться. Так, этот громотвод у нас 100% не защищает, да? Ну, его можно, в принципе, перенести. Вот так вот, да, поставить. Квин? Серьезно? Короче, пока он не сделает, он не успокоится, да? Так, 4-й уровень крафта у Квина. Хорошо. Опа! Здрасте, приехали. 77. Только недавно избавились от шрайдеров, теперь уже скоробей снова пошли в дело. Но тут хотя бы есть турелька. Два огнемета, так что, в принципе, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы они не напали на меня вот здесь вот. Вот это вот самое сейчас
конечно, бы мне не хотелось. Смотри, они там дерутся. Их все меньше и меньше становится. Блин, а я забыл, сколько они... Блин, пришли. Не посмотрел. Да, плохо, я не посмотрел, сколько они придут. Давай, Кен, я вот тебя поставлю на вышку. Так, Эмилин транспортирует уже железо на ремонт, отлично. Ну что-то как-то не особо ставит, да? А, не, все отлично, молодец. Осталось их 58. Все-таки одного тут зажрали. Кстати, тут можно будет еще грибы пособирать. Но это уже после жуков. Кен, терпи, жди. Он уже хочет поесть и отдохнуть. Я просто упустил Кен время, когда они должны были атаковать. Все, атакуют. 58. Ну, тут более-менее хотя бы защита у нас налажена. Ну, турелька вообще еще лучше работает, да? От огня они хорошо сдохнут, это прям замечательно. Остался последний. Так, ну, Квин, в принципе, давай, тебе можно уже расслабиться. Иди поешь. Не, не сальважить, Кен, ты чё? Иди поешь. У тебя там прям жрать ты хочешь очень сильно. Ну, в принципе, и все. Здесь мясо пропадает. Поставлю его на сбор. И здесь на сбор. Так, ускоряемся. Квин, отлично, в штанах. Будешь сейчас у нас Квин. А, ты уже в штанах, красавчик. Слушай, тогда давай делать с тобой, наверное, футболки. От жары. 4 штуки. Так, он пошел играть, пусть играет. Так, он пошел собирать мясо. Пусть пособирает, потому что нужно быть мясо 100%. А здесь еще не до конца. Железа пока не хватает. И посадки до сих пор у нас там еще нет, да? Да, еще не все посадили. Мясо взял, молодец.
Еще 18. Во, отлично. Построено. Построено, можно возвращать на место. Ну что, у нас, по идее, все готово. Можно теперь заниматься постройкой стен. То есть, как раз 100 кирпичей на это дело уходит. А, стоп. Мне нужно, получается, сразу пометить. Во-первых, дверь. Во-вторых, я хочу сделать вот такое вот большое окно из металла со стеклом. Вот как-то так. Плюс, здесь надо поставить камин. А давайте из кирпичей. Красненький. Так, и вот этот вот склад скопировать. Хорошо. Но пока там жить пока никто не будет, потому что, во-первых, у меня не хватит кирпичей на крышу, во-вторых, у меня нет еще даже дерева в наличии. Хотя нет, вроде как дерево есть, но пока еще не принесли, да? А, дерево, кстати, здесь лежит. Все понятно. Так, Кен пока продолжает. Ну что, я, получается, не вижу смысла в этом костре. Мы только зря тратим палки. Поэтому давайте его разбирать. Вот это, кстати, надо бы тоже опустошить и разобрать. Это тоже опустошить и разобрать. Угу. Лестницу построила, да? Забор еще пока нет. Но на забор, на дверь уже все принесли. Шикарно. Кстати, что у нас там по оружию? Копья заканчиваются. Вот это плохо. Да, копья это плохо. Нужно будет 3 копья. Так, ну давай поставим вот так вот вперед. Потому что там, пока этот цемент будет делаться, это будет долго. Все уже спать пошли. Молодцы. Кена потревожили, блин. Кстати, сколько нам потребуется на крышу кирпичей? Так, я хочу повыше ее. Максимально. Сто пять. В принципе, получается, хватает у нас, да? Ну, давай тогда назначать сразу и крышу. Кен отдыхает. Так, пошла ремонтировать еще один огнемет.
Здесь не хватает еще десятки сплава, да, у нас? А, все, уже принесла, отлично. Возможно, даже будет строить. Два пулемета — это круто. А, пошла разбирать костер. Ну, окей. В принципе, можно будет уже делать, так сказать, задел на будущее, связанный с постройкой, да, здесь обороны. То есть разметить все это дело по дереву, понимать, сколько нам потребуется всего, да. Так, солнечные панели не работают. А, все, что связано с ЦПУ, не работает. Все понятно. Ой, начинается гроза. Шикарно. Так, давайте пока планировать. То есть мне надо по-любому здесь сделать квадрат. Один оставить на датчик и на фонарь. Сколько там сейчас потребуется здесь квадратов-то у нас? Занимает огнемет. Раз, два, три, четыре. Четыре. Окей. А, ну то есть, в принципе, раз, два, три, четыре. Так, все правильно. Да ё-моё. А, нет, в одну клетку, кстати. В одну клетку, я думал, в две. Так, делаем, получается, вот сюда. А давай вот так, наверное, сделаем, да? Вдруг что-нибудь еще захочу поставить. Да, вот так, в принципе, нормально будет. 209 дерева только. А, не, подожди, тут надо подлиннее-то. Стоп. Тут же надо, получается, еще поставить эти потом у нас. Вышки. Да, вот так вот. 239, только одна чистая линия, да? Ну, поехали пока строить вторую. Ну, как-то так. Всего почти 500 дерева. Круто. Где только пока сейчас его брать? Так, футболку он изучает, да? Вернее, строит. Сколько он уже построил? Одна уже готова. Отлично. Надо будет с вами еще один поставить громоотвод. О, как отлично, да? Бахнуло прямо. Давай смотри, значит, громоотводы. Ну, во-первых, получается, надо будет поставить здесь, чтобы защитить поле. Плюс еще, наверное, турельку, да, взять? Здесь есть громоотвод. Затем, получается, вот как раз можно громоотвод поставить вот сюда вот. Или вот сюда, чтобы еще поля можно было защитить. Кстати. Как вариант. Потому что там я хочу поставить поле с сеном. Отлично. И еще один громоотвод надо поставить это здесь, чтобы здесь поля защитить. Это наш. А, тут-то я смогу поставить, да? А вот тут уже не смогу. Ну... Как-то так хотя бы.
Как-то так. Ну и по идее это можно тогда здесь посадить поле. Указать. Подожди, еще раз. 4 на 4. Максимально 4. О, как раз влезает. Ты смотри, прям ровненько так. Хорош. А, и тут надо, получается, поставить там сами дверки-то. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ну вот, как-то так пока. О, здрасте. Мясо приехало. Не заметил мясца там. Так, Эмилин пошла как раз собрать мясцо. Посадкой бы лучше бы она, конечно, занялась. Вот это было прям хорошо. Ну, хотя громоотвод сейчас тоже нужен. Потом мало ли, вдруг сейчас где-нибудь не в удачном месте ударит молния, и все. Эмили не знает, чем заняться. Ну вот, серьезно, я вот этого не понимаю. Давай. Харвест, 12 грибов. У нее, получается, она отдохнула, да, и ей больше нечем заняться. Тут вот с релаксом надо будет больше, лучше подумать, как, в какое время лучше поставить релакс, чтобы они реально нашли время, этим занялись, расслабились по полной на 100%, и хватило до следующего времени. Тут надо как-то рассчитывать. Ну вот сейчас, наверное, получается, пойдет сейчас этот, рубить до конца, пока не закончит. Все пошли, в принципе, спать, тогда тоже иди спать. Повезло тебе, скажем так. Ладно, ускоряемся. В принципе, получается, по времени можем еще один день позаписывать. Что-то она тут еще даже успела построить, ты смотри. Так, ну ловушки пока я тоже строить не буду. Главное, что здесь встанет огнемет у нас. Все правильно. Все замечательно. И это самое главное. В принципе, для огнемета что там требуется? 20 железа, да? И 10 топлива. Один, в принципе, я могу построить огнемет. Но пока у нас здесь нет ограждений, какой смысл строить? Надо сначала поставить все, что связано с деревом. Так, Кен пока вообще ничего не находит, да? Только одно что-то железо находит и все. Готовит, сальважит, строит. А, ну кстати, нам еще получается нечем пол-то покрыть, кроме как ткани. Дерева нет. Ну, давайте сейчас еще пол укажем.
Так, ты вроде как, получается, здесь все, да? Да, он здесь полностью закончил. Сейчас транспортирует. Ну и давай, наверное, вот этот обломок сальважить. Таскать, конечно, придется далеко. Так, Кен, давай вот как мы с тобой сделаем. Ты сейчас откроешь ворота. А потом пойдешь сальважить. Ну вот, отлично. Она уже пол стелит. Ну блин, закончи стены. Закончи крышу. Нет, надо уже пол стелить. Давайте сразу я тогда помечу пол паркетный. Можно, конечно, его из камня сделать. Но, блин, на паркет смотрится лучше. Поэтому я сделаю его паркетным. Просто 500 еще дерева добавится. 500 дерева на все про все. Жесть. Не, ну кирпичи должно хватить на все. У нас все нормально должно быть по кирпичам. Так, Вин пошел спать. Ну, в принципе, сможем еще с вами один день записать. По времени пока нормально. Меня только смутило то, что он как-то побежал. Здесь как-то дело обходить, что ли? То есть, если была бы дверь закрыта, он как-то здесь оббежал бы все это дело? Мне просто интересно. Реально бы смог так оббежать? Нет питания? А, ну понятно, батареи разрядились. Этого не хватает. Минус 81. Подожди, а что у нас так жрет минус 81? Стоп. А, отлично. Я забыл переделать себя, что ли? Класс. Так, что там у тебя? Десятка. Я забыл переключить, у меня все батарею сожрало. Ну, давайте-то ускоряться. Да, понятное дело. Играет елочка такая. Ну, окейушки. Разобрались. Откуда столько много жрет? Потерял грибы, отлично. Собирал-собирал грибочки и потерял. Кен, не знаешь, чем заняться? Вот, Кен, давай. Переключи турельку. И займись сбором, в конце концов. Отлично. Нет питания. Так, десятый контроллер. Десятый. Почему нет питания? Вроде все подключено. Ну ладно, посмотрим, когда появятся противники. Так, вот это, кстати, можно будет отключить сейчас.
Крыша почти готова. Квин прокачал крафтинг в 5 уровне, отлично. Ты, кстати, наверное, может быть, перетащить куда-нибудь, да? Блин, она сразу перемещает. Нет бы закончить уже стройку, она все-таки опять ходит и перемещает. Так, ну смотри, у нас пока хватает металла. Может быть, все-таки я дам Эмилин задание собирать. Девять штук. Пусть соберет. Ну, как бы надо уже сажать. Весна заканчивается, скоро лето начнется. Хорошо. Грибочки все. Так, ЦПУ у нас есть? О, у нас есть ЦПУ с вами, отлично. Соответственно, можно будет поставить сейчас датчик день-ночь. Ну, давай как-то здесь поставим, да, все это вместе. Да, она сразу пошла строить датчик. То есть она дом не достроила до конца, а уже пошла строить датчик. Слышь, Лара, нам надо как-то уже заселить людей. Почему-то крыша не указывается здесь. Что не так с крышей? Ничего не понятно. Ну что, датчик, в принципе, стоит. Так, активируется он ночью. То есть, если я подключу на активную, они включатся ночью. А мне надо наоборот, чтобы они ночью выключились. Значит, мне надо будет inactive делать. Inactive. Опять-таки, десятка. Они связаны с этой десяткой или не связаны с этой будет десятка? Тут вопрос непонятен мне, конечно. Попробуем на десятку. Или лучше не рисковать. Ладно, давай не будем рисковать. У нас только получится здесь девятка. Десятка, вернее, да, здесь будет пусть 9. Не, ну тут активная десятка, а там неактивная. Блин, ну вот не знаю. Здесь все-таки два разных параметра. Нет, пусть должен быть девятка. Вот я что-то реально запутаюсь. Девятка, и тебя получается тоже на девятку. И тебя тоже на девятку. Чтобы ночью у меня не жрало ничего. Так, что зарядка-то? А, зарядка-то пока вообще не идет. Вот тебе и поворот. Нужно строить еще больше ветряков и солнечных панелей.
Ну, давайте заложим. Электроника пока есть. Это, в принципе, все есть. Солнечную панель. Ну и давай ветряк сразу заложим. Так, вот Квин, кстати, давай ты из нас сходишь и все это дело переключишь. Сейчас вот позанимаешься немножечко, да? Так, во-первых, иди переключи здесь, потом здесь и потом здесь. Вот и непонятно мне. Либо он не работает, потому что питания сейчас нету, да? Скорее всего, да. Так, ну смысла нет опять-таки строить солнечную панель. Ночью сейчас это бесполезно. Ну, ладно, ночью это бесполезно, но днем хотя бы будет какая-то польза от этого всего. Так, ну что, у нас, в принципе, получается, дом-то достроен. Чё с крышей-то не так, я не могу понять. Я почему-то ее не вижу. Я надеюсь, что у меня все-таки есть эта крыша. Потому что реально непонятно. Все, этих ребят можно тогда, получается, уже с утречка переселять. А, питание пошло, ты смотри. И вот пока все-таки мне непонятный момент. Потребляем 19. То есть сейчас реально потребляется меньше. Во, 49. То есть все-таки работает датчик. Сейчас все включено. Да, 49 мы потребляем. Ну, все-таки, значит, все правильно. Все правильно, все работает. Так, ребята у нас не работают, да? Так, вот эту вот кровать можно будет перенести. Эмилин, пока что там у тебя по состоянию? Релакса нету, да? Нет релакса. О, Эмилин. Иди сыграй в дартс. Так, у Лары. Ну, у Лары более-менее, но она пока что-то не хочет перемещать ничего. Тогда иди сажай. Все. Продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, Бусти. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.